Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vox гибрид 2019 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 99 лошадиных сил. Гибридная установка на 60 кВт, АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 109 тысяч километров. По салону темный салон. Чисто ухоженный, не прокуренный ткань. Имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, подогрев передних сидений, Power Eco режим, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, контроль полосы, помощь при предотвращении столкновения, автосвет, две электродвери, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 103. 96, 104, 118, 102, 95, 106, 96, 108, 91, 97. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.